запрос на зарубежную силу будет у нас возрастать. Вот собрал щиток, вот канал, на 143-й насос. Квалифицированные сотрудники зарубежных привлеченных специалистов у нас за последние 5 лет сократилось, и сейчас они находятся на стабильном состоянии, и вряд ли оно в ближайшие годы будет расти. 25-й автомат, это на автоматику, проверка, GSM-модуль управления, дистанционные, GSM-связи. Во-первых, через CAD-систему можно сделать. С прямая они просили. Вот. Брюха. Помню, чтобы ПРК не сгорела. Вот. Но это щит управления предназначен для мягкого пуска этого движка с малым. Со звезды на треугольник. Вот. Общая стоимость его вышла 25 тысяч рублей. Молодых работников сейчас объективно мало, и будет проходить дефицит кадров. Вместе с программой, с драйверами. Будут пользоваться спросом, потому что некоторым из них таким образом...